19 апреля 2017 года представительная международная делегация в составе координатора Международного союза железных дорог, а также заместителей глав редакторов журнала «Железные дороги мира» и газеты «Евразия Вести» посетили конструкторские бюро и производство закрытого акционерного общества «Струнные технологии», а также центр испытаний и сертификации струнного транспорта Юницкого в Мариной Горке. Руководители компании познакомили зарубежных гостей с успехами конструкторов, продемонстрировали испытания «Юнибайка», уже построенную путевую структуру километрового участка городской пассажирской трассы, готовый к ходовым испытаниям 14-го местного юнибуса, который члены делегации также смогли увидеть своими глазами. Все это, интервью с представителем влиятельной международной организации и многое другое ждет вас в полном выпуске новостей, которые мы опубликуем в ближайшее время.